О, ты бы похилил, да? Вот нам сейчас сидели, хил Я бы нужен на был. фул по фастрану прошел, без твинков, без всяких этих Блять, чисто. вот видишь, я сейчас только что была фул пачка, блять, нужен был хил. Да вы Где сейчас ты? двух боссов быстро принесете, а своего долгонога на завтра оставьте и все. И мы целка Да. сегодня закроем. Нет, долго. Я же варом иду, мне тут не нужен. Я бы хотел долгоного, я бы на том КД ходил бы, блядь, и на этом бы. Я что-то вообще болт забил просто. Господи, тогда вообще, ну, вы сейчас двух боссов, там, не знаю, минут 20, все, и готово. А что вы с первого этажа идете? Ну, со Здесь не только второго. бигдема нужен долгоног. Сумуньтесь на второй этаж, там вообще раз добежал, сразу убил и Так они лестницу на обе, прошел. я так понял, решили пойти. Так мы пока вот ждем. Бля, да что за хуйня, сука? Они на оперу собираются, понимаешь? Вот. Ты Типа, тоже а с нами. кому Со это? второго Этажа. Сколько ты там денег накопил? Сколько там? 200 тысяч, да, говорят, стоит это вся хуйня? Давай молча, нахер. 100 тысяч он сказал. Короче, сейчас убиваем, если оперу, да? Топа, короче, всем скидывается. Там сколько должно было? Не, 150, я десятки? тогда пойду полироли себе куплю. По десятке, короче, скидывается каждому, короче. Не, Вот. я пойду куплю себе полироли тогда. Так бы тебе это обошлось бы 150, а будет 90, прикинь. Ну а нахрена мне та гильдия? Все, короче, Слушай, берем Сань, я к другого. тебе предложение Вы, короче, очередной раз. в течение месяца Соберитесь долгонога мне не отдаете, я статично. ливаю за гильдию. А у меня сейчас это, на самом деле, сейчас времени меньше стоит. Типа, я сейчас... Так один день, я тебе говорю, достаточно для десяток вот этих. Че, вы все передумали, что ли, это? Как раз Оперу субботу отправить. берем, проходим, да и все. Что, тут быстрее или через подвал будет? А чё, куда топы дели? Я Я не так знаю, кто-то кто тут убирает, да? был. Я не знаю, Короче, я на дам самом деле, я сейчас лидерку пока вот. Войду и Биг Дэма. Субботу или воскресенье, бери день какой-нибудь на десяточный. Вот. Выставляем каждую неделю и проходим. Тогда я со своей статикой ухожу и нормально создаем. Только без вот этих твинков. Чисто прошли, кому что надо, доделись и все. Не, мне, видишь, мне из десяток надо только целка осталось. И то, знаешь, так уже на второй. Ну, Мне да. тоже, мне считают, это ТГ одна вещь и за, ну, одна вещь все. Так, я хожу просто, ну, чтобы было, скажем так. Я на воскресенье неизвестно что поставил. На 12 12 часов. часов. Гэмки обычки собираете и эти. Ну вот Карл бы на 2 токена. Тут ходить легко на нем. Это у нас там я схожу с ребятами не за одну взлетку считаю. Взлетку мобов убили и уже добили босса. Да, На там так и погибель. должно быть, когда это Но это просто фарм. мощная пачка. А так, в принципе, за два захода бывает цена. Мы последний раз ходили, вообще, блядь, три взлетки было. Ой, ну это что-то слабый ДПС просто. Ну, там, говорю, блядь, каждый приходит, мало того, что он не знает, что делать, и поэтому сюда особо и нет желания ходить. Каждого, блядь, пока Ну это, научишь. говорю, статичные ребята нужны. Вот. Они одеваются, потом быстрее, быстрее, быстрее. И там, да, можно какого-нибудь одного взять, доводить, там, как который нужен для 25. Или двоих взять, не страшно. А так, когда весь состав новенький, ну, практически очень тяжело. Просто сейчас именно вот предрейдовый шмот, я уже писал, что он весь в десятках. То есть у меня прист ни одной шмотки не полутал с 25-ки ЦВК и ни одной шмотки Ну не да, полутал. Т4 собираешь, апаешь 260, и нонсета это считай из героиков 260 и 264. Единственная вещь, которая у меня с 25-ки, у меня это плащ с РС-ки. Все, плюс Пауки остальное. сзади, Уайт, вернись. Остальное все из десятки. Ну да, там одеться можете. А приста 265-й, как бы, ну, там. Хули вы там стоите? Идите сюда.
Все равно вот то, что ты говоришь, это нужно будет в дальнейшем, а как они попадут, скажем, в Т5 контент. Ведь же вот этот бишмот ему и нужен будет. Там Ну минимум 260 какой-то пятый ты должен быть, да. Ну, вот, примерно смотри, там видишь, 264. какая вот на кастера, да, с ТТГ падает 4 вещи. 4 вещи, которые сейчас 271, а когда будет Т5 А континент, он потом будет они 200, опадут. Да. 284. И ты будешь Третий. тупо апать эти две вещи, они будут 284, а это будет больше, чем то, что будет падать за ЗС и А я ОКО больше скажу, у обычек. тебя там они кольцо берут, плащ берут, то же самое апается. И с этого с Норика еще вещи берут, тоже апается. Считай, пол сета у тебя только, блядь, ну, Да. с ТТГ просто берешь и на следующем сезоне вот АП тоже. Там вот ЗС и ОКО с обычек, там только вот нужен будет Т5 фармить и все. Остальное там все, ну, бесполезная параша, я посмотрел, типа, ну, там нету адекватных вещей каких. Не, но Там там только... тринки еще падает. Ну, тринки и обвес какой-то там минимальный, то есть... Ну, про милишников там можно будет, там, конечно, недостающие. Там, На какие-то Рунса мощи. там хороший Да, падает самый штаны. тяжелый это тринки. Жезл на лока, ой, жезл посох там тоже по 277 падает. Ну, если ты там не сделал это. Ну ладно, я пока пошел попью дальше пивко под музычку. Если вдруг понадоблюсь, Саня, пиши в любой момент. Давай, на. Заебись, я тоже сегодня хотел пивка, зашел в магазин, такой думаю, в пизду это пиво, газировки взял. Ну, Так что, правильно, ты вообще, это пиво. жатецкого гуся, чипсики, сухарики и музычку. Чуть-чуть. Я просто пришел себе картошки Смотрю на сделал, гору. блядь, с курицей. Думаю, сейчас, блядь, после картошки с курицей пиво, блядь, такое... А, у меня сегодня Отвращение. был этот гороховый суп, я после него что-то так захотел пивка. Супер. А что, дайте бафы какие-нибудь, чтобы Скачевалось. были там, да? Ладно, если что, пиши в любой момент. Тут так у меня почему не могу нажать кнопку. Там зелья, сапрот или что такое есть? Всех? Там говорят, она какая-то баганая, тут про ее особо. Типа она Багана не она нужна была еще еще миллион лет никогда, да. назад. Сейчас уже все пофиксили. Сейчас уже просто не ходят. Да, ее просто убрали для того, чтобы мало чего открывался, и она, ну, как бы бесполезна. Ой, хоть бы убили с первого раза копыта, выпал долгоног, и я кидаю 100. Вот это будет вообще на счастье. Рейда ебать, потому что у тебя там мои дела. И, ну, из гильдии, короче, сразу в экзальты. Хорош. Хорош. На него один рейд посмотрит и его больше не возьмет. Ну, тоже верно. Это приблуда, которая дополнительный сокет делает в поясе. Это называется приблуда. Что мы, сука, трэш пришли чистить сюда? Алло, бичи, блядь. Свечная поясная пряжка. Но топа сказал, его надо чистить. Дорогая стоит науки. Ой, тут надо будет реально весь трэш чистить, потому что там лагать будет. 170 на голды. Это я не знаю. Там, наверное, в зале, не здесь же, блядь. Да здесь тоже надо. Вон нам, вон туда, я так понял, направо идти сейчас. Он Ну, где типа, а этот трэш он братья? неизбежен, блядь, его в любом случае чистить. Хоть Чтобы давать посмотрим рыб. на это. Я же сразу же сказал, я говорю, нахуй придется убивать там все, блядь. Да, нахуй, пойдем, блядь. Так что теперь сидите и не пиздите. Мастера трэша. Ну, блядь. Один хрен его порезали в два раза уже. Ну да, это был -то вообще пиздец, блядь. Нахуй. Просто прикоешь и только 2 часа, блядь, трэш чистишь, вот и карик дырявый. Станы, давайте. Заебись, покикали чертей у меня. Ничего, топ на будет этом три КД меня. убьем 10 боссов в Гере, блядь.
У нас сейчас теперь все одеты и будут, блядь. Ух, убьем 10 боссов. По 2 печеньки вам падают. А чё вы вообще, вот у меня каска есть, лапка есть, а где пристабав, блядь? У меня вообще нахуй ни одного бафа нету, одна каска ебаная, блядь, и все. Так, кстати. Ебаная, все, каску кидать не буду, блядь. Нахуй. А зачем туда? О, нихуя, я тут не был ни разу. Топер какая-то. Стану давать. Сейчас не будете, блядь, стану давать, я буду фирять. А если я буду фирять, там еще вон те придут. Патруль должен быть, его зашипать не нужно. Вот так выжил, ну что вам пишет. А со второго этажа не метрит? Да хуй знает, что там на втором этаже. Там он тоже сидит, надо. Смотри. Да не, надо, говорят, она лагает, надо все чистить, блядь. Ну и чтобы доктора мобов встать. Ну еще пиздец, вон я смотрю через войду. Там втором. Да трэш почистим и расходим. Ну он тонкий, блядь, сейчас его снесет. Там еще вроде снизу трэш. Вот это ротация уроки, а? Ротация. Вспомнил, я это... Бил ее, а не бил, я просто здесь ходил. Где-то же, блядь, по-моему, в регионе же, да, было? Типа, обычным героем Камкара делали, что-то такое. Верхний, да, нижний план. Кара появилась в БК, а потом в регионе ее обновили. Блять, синтек, нахуй, я тебе говорю, обычным героем, блять, я знаю, что Кара появилась в БК. Че, мы сверху вот эти бьем пачки? Как мы туда поднимемся? Тут где-то боковые лестницы вроде были. Вот тут вроде. Нахуя вам эти вон, пачки, блять? На, вон там. Я вон, не вижу. Вон там, вон там. Пойдем, ебнем. А, это, короче, знаешь, где проход? А, не, это вниз лестница. Это около второго входа, там есть проход наверх. Это вот туда идет. Ну-ка, я сейчас зачекаю, что там за проход. Это далеко, где второй? Все, надо вот сюда прыгать. Куда вы пошли? Чего, блядь? Я вон вообще вниз куда-то упал. С ТП да, вниз. К мобу телепортируйтесь, что вы делаете, блядь? Может, нельзя, уже стенка. Какая стенка? Чуть... Прыжок какой-то. Нет, там вот чел стоит какой-то за этим, за... Пультом. Нет, там с другой стороны чел стоит. Еще. А, вот там вроде вход. Чё, да, чё, редаров нету или чё, блядь? Да вниз прыгайте. Вроде бы сюда. Да, а, вот тут. Да. Комната. Блять, какой мне дороги, да? Чё, это тоже трэш бить надо? Ну да, нам надо пройти туда. Биться трэша пришли. Чисто репу покачать. Да, она уже качана. По второму кругу. О, сон на 10 секунд. По третьему, на 4. Или по 4. Зачем они жирные, на? Работать надо. Меня сейчас убьют, блядь. О, вон там стол. Выводи их, блядь. У меня тоже сейчас убьют. Что-то так не танчишь, шиша. Выводи. А, сон на бухила. О. Еще походу своей не будет похлеще лича десятки.
Да ебал, блин. Два троя попробуем, ебал, пойдем бить смотрителя. Легендарные ветерки, наверное, глянем. А эти ветерки скидываешь с платформы, к наличию? Мы сейчас пойдем вайпнемся сразу. Так, там какой-то еще трэш, его, наверное, тоже надо бить. Да не надо ничего бить, чего придумываете, блядь. Вот, все убили, что надо. Все, активируем босса? А, стой, наших надо. Мертвые еще лежим. Шкаф поставьте. Да-да, сейчас. Куда поговорим? А, туда, да? Пикните кто-нибудь. Ну-ка, что там за шерма? Дивное сияние. 3 секунды, чтобы выбежать, есть. С ветерка. 67 тысяч. Так их выносить надо. Давай посмотрим, что тут есть там. Две ведьмы. Что может быть печальнее? В этой пьесе ваша задача остановить их. Зло, керкасская связь. Получаемый урон делится поровну между каждой ведьмой, короче. У одной ведьмы одни способности, у другой ведьмы другие способности. Дивное сияние. Это вот это ветерки, да? Не, по... Так. Вот это вот неподвластность притяжению. Отбрас. Запускает стрелу энергии, наносящую урон. Где там 19. Наша тактика, топа, прием? В смысле? Тактика, где? Он не знает нихуя, я же сразу сказал, блядь. Это никто не знает ее, никто не... Кто ее? Заполняет область чародейской энергии, нанося 67 900 урона от темной магии всем противникам, на которых не воздействует. Неподвластность притяжению. Вот когда она будет. Вот когда она будет говорить несравненная магия, вот, которая 67 тысяч, надо будет зайти вам в вихри, с которых вы до этого выходили. Запускайте. Вихарьки каждому по одному. При поражении противника стрела отбрасывает противников назад и образует вихрь. Вихрь темной энергии, который при контакте с противником взрывается, нанося урона 11 тысяч от магии тьмы и подбрасывает воздух на 100 метров, замедляя падение. А вторая дает, заполняет область чародейской энергии, нанося 6, ну, дохуя урона от темной магии всем противникам, на которых не воздействуют. Типа над вихрем надо подкинуться, да, чтобы она когда нанесет. Да. Типа... Вы будете в воздухе, эта хуйня по полу только идет. Я только на полу остаюсь. А, ну все, давай заводи, я думаю, ищешь. Заводи сам. Кто там РЛ-то? Ты лидер. Ты вообще-то. А, меня отдали, что ли? А где заводить? У моба. А, вот, вот. Не видишь, я занят, пишет. Че? И че, что ты занят? Ты охуел, что ли? Ну, я не могу его завести. Значит, надо где-то в другом месте заводить. Нет, надо у него заводить, надо с ним поговорить. Но я его вот нажимаю, он мне пишет, не видишь, я занят, баран. Да, я попробую воиту дать. Давай, поменяй некроманта с мистери или с злобным друлем. Ну, чтобы везде задала пул. Ой, ебаный в рот, нахуй. Ну как запускается топа, давай говори там, блядь. Может, мобов, боссов каких-то надо убивать или чё? Чё мурочек? Я вот туда, в обратку схожу, где мы только что были, там какие-то два чутика стоят, я ТП поставил. Ну пиздец, давай, нахуй, охуе. Я вот уже бегу. Давайте инфу, блядь, ищите, где, как, боссов, может, надо убивать или что, блядь, хули не запускается-то босс? Но говорили, что надо убить весь, по-моему, вот этих вот первых боссов Мороза, коня, блядь. Как запустить? Да, вот. Может, реально надо боссов убить. Ну вот сейчас тут моб стоит, тут на пианине большой. Он мне тоже говорит, давай, Вася, гуляй. Тут нельзя тоже запустить. Короче, идем на смотрителя. Сейчас смотрю в этом гугле.
Сходить в кару начинает с собой, появляются сильные лаги, тудым-тудым. Нет, это не то, с кем надо поговорить. А зачем тебе Google, когда можно был чат написать? Так нужно поговорить с Барнсом, вот, у него диалог. Может только РЛ, попробуй Биг, это, Войду дать, либо мне дать. Нахуя давать, если он не может запустить? Ну, блять, может забагалось. Попробуй мне вот дать. Я понял. Ну, на. Нет, нихуя. Ну, значит, возможно, надо реально кого-то убивать. Ладно, вы потом, пока там стоите, думайте, блядь. Не, ну так, лучшие декаты где? Чего, блядь, дрочите? Вы чё там, блядь, суицидники? Нахуй вы туда прыгаете, блядь? Я увидел, кто-то прыгает, думаю, похуй. Пиздец, нахуй. Пошли, блядь. Блядь, я резко, зачем встали? Вот-вот отсюда буду хилить, короче, с балкона. Смотри, это на тебя хоть трэш согреться, побежит вокруг и сожрет всех. Вниз. Прыгай. Танк хилить. И умер. Второй бежит. Каким сдаю? Так, хиль меня, блядь. Тупо напуливай, блядь. Какой напуливай, блядь, убил. Ох уж эти, блядь, ваши махинации, блядь. А давайте, говорит, вниз спрыгнем, блядь, чтобы ну, трэша да. Меньше чистить. Спрыгнули, проверяйте. В итоге мы, блядь, с той стороны прошли, весь низ почистили, блядь. И сейчас еще здесь почистим. Клининговая компания, блядь, вызывали, нет? Сейчас он все почистит. Надо чистить трэш в каре и потом продавать КД, блядь, с почищенным трэшом. Можете меня еще ебнуть за это? Да, все, спасибо. Да, представьте, мы Мороза убили. Да, молнию, блядь, херачит. Блядь, пацаны, а у вас, ну, типа... Нахуя вы еще, блядь? Кто берет, блядь, сверху? Мало. Предлагаю, короче, кикнуть топу и просто закрыть все. Вот. Обычным способом, как мы это делаем, потому что мы ультрабичи, это не наш контент. Вообще игра не для нас, блядь. И травмы для нас. Вести глазом. Каким глазом, блядь? Сюда бегите. Шоколадно. На балкон опять. И опять вниз будем прыгать сюда, уже половину комнаты. Или что, нихуя не почистили, да? Ну тут все мы на ступеньках стоим, не знаю, где вы, блядь. А, ну давай тогда стойте, я сейчас иду нахуй, смотрите. Я... Ага, блядь, иду нахуй. Ой, блядь, я понял нахуй. Я понял, блядь. Вот что получается, вот челики волонер не хотят собирать, ебланят. Челики топи не хотят убивать трини, ебланят, блядь. Вот и закон, блядь, природы, блядь. Хочешь топа триню? Рель нахуй. Да, блядь, хочешь триню, хотя бы просто выучи, блядь, тактику и узнай то, что босс, блядь, не запускается, нахуй, когда, блядь, ну, не убиты другие боссы. Ну, хотя бы вот такой минимум, блядь, чтобы прийти, вот я вам, вот инфа есть, пожалуйста, пойдем. Ну, я просто куплю себе триню и все. Нахуй мне гильдия нужна. Не, ну, причем тут гильдия? Тут же люди не знают. Я что делать там миликом, я знаю, что делать там миликом.
За остальные классы я не знаю. Ты вот говоришь, нахуй гильдия, выйдет ОКЗС. Как ты будешь ОКЗС закрывать? Тоже за бабки. Призом, ну, патроны с Аки... Призом же в доме вот просто, или Аки с ним, кто-то в доме уже. Призом. Я это все закрывал, когда это актуально было на сове. Ходил с челиками. Нихуя сложного там нету, нахуй. И оперу закрыла. Да. Походу тогда ты не знаешь, блядь, что надо всех боссов побить, чтобы она активировалась. Ну я не помню, что надо, блядь. Мы всех вроде били с пула, поэтому, может, ты не знал. Синтек, тварь. Быстрее его хуярю. Хуя ли я, тварь, если ты меня бьешь? Да вы заебали, блять, я заебался умирать, нахуй, чё там? Я в контроле был, хули. Это пиздец, блять. Это нахуй. Вообще, блять. Это хуже, чем пиздец. Хуятина какая-то. Это потерь. Ну, нахуй, меня приручили тут, у нас. О, топа ебашит, хорош. Давайте, захуярьте меня, блядь. Отдайте ему, блядь, контроль, ну ёбаный прот. Мы же не знаем, что такое вихрь, ты чё, блядь? Этого же у нас нету такого. Ну, ты весь так виноват, блядь. И злобный друг тоже. А, ну да, прошлые разы ты мёртв был, потом еще раз мёртв был, но, блядь, почему-то я умер нахуй 3 раза в контроле. Да, хорош, блядь, уже это... Просто, ну, хули, тут же не леди, тут же не дают ГП. Поэтому можно сидеть здесь 5 часов вместо 1.5. Не выйду, быстро починюсь. У меня джесс есть, я сейчас поставлю. Хламобота поставили. Хламобота. Шалфира Джерс есть. Кого там ходит починиться? Чувствую эту кару, мы запомним на всю жизнь. Да, сейчас пойдем по всей каре и трэш зачистим. И разойдемся. Да не, я говорю, започистим весь трэш и это, и продадим нахуй. С, ну, со всем умершим трэшом, блядь. Клининговая компания, нахуй, слезы алгалоны. Зачем столько сагреби? Пиздец. Ну я боюсь туда соплю кидать. Можно кидать соплю? Мы сильные. Да можно нахуй сейчас, я сдохну, я вообще нормально сами. Агроны беру, да. Еще под ПС-очкой, сейчас они побегут все на меня. От Shadowlands ПС-очку можно было кидать на любой класс, и он любому классу апал хасту, а не только кастерскую. Напиши на форум, что вы сделали ПС-ку для всех. А тут, блядь, вот... И такие ДК, может, что для вас шутка? Да. Ебать, меня еще напоили, вот пидоры нахуй. Не хотел пиво пить, блять, но тебя напоили. А? Не хотел пиво пить, вот тебя напоили нахуй. Ну, да блять, экран мутный, вот это. Ты отключи. Отключи. Пледрин, блять, в жизни сюда с мутным экраном играет, блять. Не надо, я отключил. Настройки графики, эффекты да. Свечения вроде. Да. Я сдох, это проще. Блин, с эффектами свечения так ярко становится, сразу прикольно. Бля, прикольно. Прикиньте, вот просто проходите это в Лунатель с мутным экраном.
Что-то бегать, ничего не понятно. Угу. Стимулятор, пьяница такой. Полидринк вообще всегда пьяный, не знаю, как он играет. Я как не посмотрю, он вечно, блядь, выпивает. Полидринк, спекай себе в танка, короче. Понемногу трезвеет. Ты, короче, мобов, я босс. Я периодически трезвый, а не пьяный. Периодически трезвый, блядь, говорит. Самое главное, это периодически. Че, потом будем оперу проверять? Бэри, бабка. Ну, она ничего не остается. Я Мороза, ты трэш. Не, кто я Мороза, ты трэш. Наоборот. Я не умею. Кто что первый закрывает? А, они сдохнут сразу. Ну, мороженый или трэш? Хули вы дрочитесь? Три слева, три справа, блядь. Вон. Слева этот. Два лока и шалфир. Остальные там справа. Эл, черри, крестик и звезду, потом что останется. Че, Мороза типа не бьем или че? Танцы, танцы. Не, Мороза рано еще бить. Вот тут танцы, никто не забегает. А, вот же. Надо череп добить. Баный пидор, нахуй, дизарм дает, блядь. Сейчас будем его пиздить, нахуй. Вот сейчас череп поставил, на следующего его хуярим. Закройте танцы справа. Да никто не идет. Танцы, танцы, танцы. Танцы, ой, танцы, 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 девчонки. Вы что, совсем не готовы, нихуя? Ну если там стороны. Два лока стоят с той стороны. Еду, еду ешьте, еду ешьте там, чтобы это. Я вот торт съем, пизду просто. Вот да, опять да. Здесь. Алло, сука. Танцы закрывайте. Я торт съел просто, чтобы урона больше было. Вы сразу тут туда. Встаньте, нахуй. Хули вы дрочите, блядь. Мы часто посещали его. Синтек. Yes, синтек умер. Злобный дроид, бэр синтек. Я закрою. Танцы слева. У него КД еще 20 секунд. 30. Так слева ты тоже можешь закрыть слева, ты стоишь слева. Я закрыл справа, потому что туда никто не бежал. А ну как сказать? А как бы думать, там уже долго тоже. Иду, иначе у них будет получаемый урон снижаться. Че там кастеры едят тортики? Потанцевали, еду съели. Но... А, рыбу. Кастеры, рыбу. Закройте там это. Да, у тебя дебаф, посмотри на свой дебаф. БР, 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 давай по этому, по синтеку. И туда зайдите, блядь, кто-нибудь, у кого нету ёбаного дебафа, блядь. Бомжи, блядь. Захиливают, блядь, Геншин. А меня на эту немоту пока докидают, блядь, я не могу я нахуй ничего делать. Нахуй, тортик съел. Я закрою, а, нет, закрою. Нет, мотаю, все. Потому что никто не танцует. Пиздец, блядь, первооткрыватель. 40 секунд, драться, блядь, чё за хуйня вообще? Ну вот сказал, блядь, там все назначено, ничего нету, нахуй, сейчас все, блядь, будет. Ага, закрыли. Я заебался, я каждый раз, блядь, стартую, нахуй, и кто-то на этих, на ботинках подбегает. Все, подводи к Морозу, по Морозу играем, не трогайте этих двух ослов. Я череп поставил на Морозе. 18 секунд до следующей, я за эту я закрою сейчас, скажу. Я почти дошел. Закрыл. 10 секунд до следующей фазы, смотрите, сейчас надо будет перетаунчивать там друг друга. Давай, ты рваную рану, я... Да не надо там рваную рану, сейчас смотрите, сейчас первый дебаф повешает, сейчас скажу. Смотри, сейчас на войде будет первый дебаф, кастует. Сейчас вот, все, рваную рану он скастовал, и все меняется. Геру давайте, и поехали по этому. Забирай. Но у нас Геры нет. А, я понял, ну так и башню хочешь. Забирай. Сервер упал. Нет, все, заебись. Там варлок, встань, пожалуйста, ближе к той стене, дальше всех, короче, от рейда. Все встаньте под жопу Мороза, кроме варлока, там мистер, встань подальше, чтобы тебя кидало эту хуйню метку. Романтика отбежал.
сейчас метку через 5 секунд кинет. Топа, под череду тебе надо будет сдать дизарм. Да, там дизарм надо будет кинуть, топа, скажу, когда дать. Через 10 секунд. Забирай. Готовься. Давай дизарм и не зыбку. Плащ, заебись. Плащ сюда на зону. Плащ, давайте. И тринкет, да? Че, пошли тебе в обход теперь? А это? Блин, а мне горота. А если я выйду с инста? А, все, нас попало. Какая-то хуйня напарированная. Это как тринка взломана с ласта. И вот спиздил ее. Ну что, надо кому-то? Да нет. Вы мне плащ отдайте, главное. А нахуя тебе плащ? Ну, нарм сам не нужен этот плащ. Да, ну нахуй. Ну все убоит. И выкажем, мы не проносим, дайте 25-ку. Там кагильня, по-моему, СВК. А у тебя какой на фурике? У меня на фурике вот на ловкость. Понял, блядь. Куда мы идем? На оперу. Смотрим. Я надеюсь, мы сейчас на Деву не пойдем. Ну, Дева-то уже вряд ли, она выше. На Конина вообще, по идее, не относится. Тут именно вот этажной босс, типа Мороз, он, по идее, он главный тут. Этажной, наверное. Я понял. Ну, типа, какой-то главный босс. Типа, твоёбный. Этажной, блядь. Дворецкий этой хуйни, вы чё, блядь? Звание в гильдию только добавь. Этажной, блядь. Главнюк, да? Ты что, этажной? Синтек, где у тебя вот этажные у тебя? Петухи там, которые это, срут там, в толчке с маленьким говном рисуют. Это вообще пиздец, додуматься, да? О, есть! О, есть! Ура! Ура! Самонти. Наверное. Когда бежишь, блядь, сука. Состаришься. Дайте мне плащ. Плащ у Воида, если шо. Ну, блядь, он плащ столько раз падал, нахуй, вечно. И то, блядь, на пристенах упадает этот ебучий плащ, блядь. Вот, блядь, его, скрипя зубами, блядь, всем подряд давал, блядь. Что, все запускается? О, видишь, тут может не только лидер, любой может запустить. А все тут? Все, я на апкрикнул.
Он пишет, я не актер. Чего? Че, все? Ну, давай готовность, блядь, синтек, нахуй, лидер разобрал, нихуя не это. Там ассисты есть у всех. Сразу заводите. Что это за агро? Это пиздец это, получается. Это трэш не бежит откуда-то? Нет. Это босс запустился. Сейчас будем, блядь, тут отрабатывать. Слушай, нахуй, речевку этого гуся и запоминай каждое слово, блядь. Манки Кинг, ебать, стоит. Старая сказка на новый лад. Злая ведьма — тяжелый случай, но есть и другая, ничем не лучше. Сейчас бой начинается, у нас их видеокарта сыграет. Хозинов в клетке, но скоро злодейки болтаться на ветке. Обидишь нас — получишь в дукер. В этом наша пьеса. Злюкер. Ебать, у него озвучка. Сейчас в дукер тебя щелкну. Ты Манки Кинг из Доты, да, был сейчас только что? Ну я и говорю, Манки Кинг, ебать, стоит. Ну, какую из них танчить, я не помню, две или одну? Ну, да, блядь, блин, не помню, я вообще нахуй не знаю, я тут, блядь, первый раз в жизни. Ну все, нахуй. Ебать, сейчас что будет? Что делать? Смотри, одна на метле, вторую, значит, ебашить надо. На метле она... Логично, блядь, конечно. Она улетит просто, блядь, а это... Максималку держите, как можете бить. На рейндж встаньте вокруг, нахуй, бичи. Мои бичи, ебать, рассосались. Давай быстренько зергнем, пока, короче, она не это. Да, а просто зергнем, давайте. Косты можно кикать, кстати. Бать, что это? С вихрем выходите. Смотри, она, короче, это. Вот вихрь вешает, должен вешать дебаф. Да? Вот сейчас через 47 секунд будет какая-то хуйня, на которой надо будет... Которая будет убивать. С вихря выходите, вот. Сука. Ну, у нас хуйня? Уже выходи нахуй оттуда. А чё за синяя хуйня по центру? Выходи с вихрь. Мне кажется, не надо выходить. Прочитай перед тем, как вихрь вешается, как дебаф называется. Да вот. Там нету пока дебафа. Надо на вихре именно под этот каст, я понимаю. На в таргет будет того, на ком будет это вихрь. А, точно. Вроде бы. Да, типа на меня сейчас кастрюлю. Во! Видишь, вот эту хуйню скастовала, был каст, нахуй. Надо было всем прыгнуть в вихрь и подлететь. Бичи, блядь. Это все тактика? И да, и она его кастует раз в минуту, блядь. Бичи, нахуй. Несравненная магия, ага. Но она, видишь, она его начала раньше кастовать. По пути с ножом. Бичи, говорит, блядь, самому. Бичи, блядь. На всех ты пиздел, блядь, сам нихуя не сделал. Бичи, блядь. Блядь, я первый раз беру этого босса. Вообще, не знаю. Давайте, ну, тоже, блядь, хуй бичи-то, блядь. А тут бежать придется. Хуёв, блядь. За ширмой, нахуй, нас не летит. Нас там закрыли, блядь. Сейчас, подожди. Пиздец, нихуя тут бежать до туда теперь. Так-то мы полбосса почти убили. Создает стрелу темной энергии при поражении противника. Надо заходить в свой вихрь. А хп у них у Валяк выки, да? Любой вихрь. Одно на двоих. Ой. Да, у них хп одно на двоих. Да, да, у них хп одно на двоих. Можно вихрь все хуйню делать. Кто из них кастует вихрь? А, та, которая с метлой. Видимо. Кто будет анонсить Эльфира, выбрать цель и смотреть цель цели? А зачем это анонсить? Ну потому что вы, сука, не выбегаете с них, блядь, ебаные бичи, блядь. И в мелизоне челик стоит, в него кастуется неподвластность притяжения. Где у вас там шкаф стоит? Там потом комбайдзон кастуется. У нас шкафа много, поэтому не шротает. У вас реально шкаф стоял, вы стояли и тупили? Да, я Войда поднял, он сидел, это тупил. Я тактику а читал. А это, бичи? А это, типа, как сказать, что ебать там бежать, это пиздец, блядь. Да, там шкаф стоял, и два человека было, они нас не сумонили. Да кончено, потому что. Я сумонил, кто-то не вставал. Короче, когда появляется вихрь, появляется Войд-зона. Там был момент, мы чуть не сдохли от этой Войд-зоны, да?
Вопрос не в том, блядь, что вихрь появляется. Вопрос в том, что, сука, их надо выносить нахуй. Вы должны видеть, что на вас эта пидораска кастует эту хуйню. Если вы, сука, стоите в мелизоне, топа, холидринг. Вот топа выносил или нет, я не знаю. Но холидринг, скорее всего, не выносил и разлил, блядь, прямо в боссе. А как я буду босса танчить, нахуй? Надо эту хуйню вихрь вынести на края, блядь. Когда босс будет кастовать эту хуйню, как она сейчас реплику? Сейчас я промотаю, блядь. Вот, называется, а теперь, вот Галиндра кричит, а теперь гость программы. Вот когда она эту хуйню произносит, надо заходить в эту парашу, блядь. Как она называется? В эти вихри, блядь. И подлетать. И каждый должен у своего вихря стоять. Вы не должны зайти, ну, вихрь один раз он используется, взрывается и все. И все, вас 9 человек, вы все должны туда зайти, блядь. Потому что вас убьют. Я один только на полу остаюсь. Поэтому, блядь, справа-лево давайте распределяйтесь. Кто здесь, кто там стоит, блядь. Так, какая кастует вихрь? Какую цель запоминать? Ведьма, ведьма, ведьма. На метле? Да, которая на метле будет. Эльфира. Это как Зенфира, блядь. Ну, вот она смотрите, кастует, блядь. Нестабильную магию. Нестабильная магия, шот. Это вихрь, это чё? А вот нестабильность, неподвластность притяжению. Вот это создает стрелу темной энергии. При поражении противника стрела отбрасывает всех противников в радиусе 4 метров. Это лог, попробуй на нее костный. И образует вихрь. Потом. Эльфира, кстати говоря, когда кастует эту хуйню, кричит, кто не мечтает о полете. Это получается, она кастует вот этот вихрь. Вот, с него надо выйти. Надо видеть, в кого она кастует. То есть, получается, холидринг, топа, бигдем, вы должны выбрать Эльфиру в цель и смотреть, если она на вас кастует, вы должны вынести эту хуйню. Давайте теперь распределим стороны. Вот, давайте хилы, кто там, Геншин и Синтек, вы в сторону звезды выносите свои ветерки. Мы все в центре стоим, танка и милики. Значит, в сторону ромбика выносят два лока. Сколько у нас там остается? Еще... 9 человек должны выносить. Так, 2 хила. А каждый возле себя ставит свой ветерок и все. И это. Кида будет? Тихо. Значит, с локами в ромбике еще пускай шалфир стоит. Так, 3 человека остается. Сколько? 4 еще. В кружке будут стоять злобный. И что, РДД кончились? Давай шалфир тогда со злобным в кружке. Это ваша сторона. В ромбике 2 лока. А милики вы будете туда назад выносить, то есть в противоположную звездочке сторону. То есть Биг Дэм, Холидринг, топа, вы туда выносите. Вот звезде хилы. Понятно. Запомнили, да, свои места? Вот там, когда босс запустится, там распределяетесь и между собой рейндж метров 10 держите. Появляется на вас вихрь, вы отпрыгиваете назад. И когда будет, а теперь гость программы, вы должны это слышать. Либо это кто-то должен сказать, заносить. Заходите в эти вихри, подлетайте наверх. Ну и все, и я прожимаюсь. Мы куда выносим с бигдемом? Назад, туда, блядь, там, туда. Сейчас, нет, запусти, я поставлю сейчас. Ебать, сейчас опять ждать, пока эта хуета попиздит, блядь. Да. Чтобы опять, блядь, побить полбосса и вайпнуться. Да какой полбосса, просто не ебланьте. Лучше не бейте, если не знаете, что делать. Подождите, пока надо все просто исполнить, а дальше уже задпсится. На синтеке, если что, СС, так что это не вставайте, когда вы вайпанем. Ну да, потом, если что, меня рейснешь, я поставлю еще кого-то рейснешь, по самому, если что. У кого-то там лагало сейчас? Нет, у меня не лагало. Да нет. Где это Эльвира, блядь? Вон, в сторону треугольника выносите эти. Три милика. Угу. Мы тут в центре, остальные вот распределяйтесь в ваши стороны. Блядь, где Эльвира? О, все, Эльвира. Запомни цель. Напомните еще раз, как там каст называется, который, блядь, бегает. Пиздец, не так, не знаю. Открой, блядь, там и смотри. Однако стоит... Не работает у меня, да. Все, давай, погнали. Вот сейчас стрелу кастует на холидринг. Холидринг съебись, блядь, отсюда.
На меня, блядь, сука. Ну какого хуя? Она быстро кастует. А если лоб повесит на это на нее? Висит. На ком висит? Ну что вы, совсем уёбки, да? Вы если будете их взрывать... Да нахуй надо, блядь. Топа нахуй. Ну они, видишь, они тупые нахуй. Вы не понимаете, что надо с вихря отойти. Подожди, подожди. Ты зачем сдох? Вот гвоздь программы. Она кастует. Вот на этот каст на долгий надо зайти. Вот вы не зашли. Вот 5 человек. Ну как не зашли? Некуда было заходить, тут все забрали. Ну так, а некуда, потому что вы под боссом их наспавнили. Вон друид там ветками повзрывал. Если вы носите, вот допустим, кидается на синтека по КД 3 раза подряд, то значит ему нужно по кругу двигаться. Эти вихри, они должны быть не в одной метке в 10 тысяч штук ветров этих, блядь. Их надо нести по кругу, чтобы у людей они были тоже. Если он несет их, надо отойти от этого вихря, потому что через 3 секунды он взрывает, вверх отправляет вас. Блядь, если вы не будете если смотреть, типа, блядь, ну, я тебе рекомендую топа, или тебе, или Биг Дэм, стопнуть дамаг нахуй и анонсить, кто на кого летит эта хуйня. Вот. Если она летит на одного и того же человека, двигаемся по кругу. Хотите убивать, делайте нахуй, стопайте дамаг и начинайте смотреть, потому что бить вы не убьете так нахуй. Сейчас, подожди, я докуплю на скорость каста, чтобы уменьшение. Я буду меньше дамажить, но... Точнее, вообще не буду дамажить. Лучше ничего не дамажьте, блядь. Ну, Шалфир один убьет босса. Просто сделайте, блядь, один раз, чтобы люди поняли, когда забегать. Каст пиздец долгий. 7 секунд или 8, нахуй, или 5. Он долгий, нахуй, этот гвоздь программы. Но вихри должны 9 штук стоять. Покидайте тело, мы вас сумонем. Быстрее, ресайтесь, покидайте тело быстрее, блядь, потому что это время. Мы стоим со шкафом, блядь. Рыбу, и пока рыбу жрём, уже босса надо запускать. Тыкайте на сумон, сука. Вы что тут собрались до утра сидеть? Еще раз повторю, блядь. Если вы не знаете, если вы тут первый раз, нихуя не делайте. Постойте, вихри повыносите, блядь. Потом будете бить уже. Рыба стоит, запускай уже. Пока он пиздит. Вот, сядьте жрать и запускайте. Кто носить с вас будет? Топ или Биг Дэм? Просто смотришь, на кого она кастует, и говоришь ник. На МТ она не кастует. Таргет возьмите все, пожалуйста. Не бабу, которая стоит, а бабу, которая на метле. И смотрите сами, кого она кастует. И бейте бабу, которая на метле. А бабу, которая кастует каст, ее возьмите в фокус, чтобы увидеть, когда она начнет кастовать долгий и длинный каст. Так будет проще, нежели, блядь, бить одну, блядь, и еще смотреть за другой. Это залупа полная. Че? Ты нахуй рыбу поставил так высоко, блядь? Да, чё, риски не достаешь? Ну. Просто боюсь это же. Эльвира, давай спускайся. Всем хочется летать. Да, вам хочется, ребята, блядь? Я понял. Конечно, хочется. Камеры, если что, включу. Нет у меня никаких друзей. Ну, кроме тебя, Галиндра. Я не могу так, на будет Фрозена кастует. А, я пидор, получает. А я стою Галиндру кастую. На Шалфира кастует. На Уайтфрозена кастует. Уайтфрозен, ты будешь выносить, блядь, из центра ебаные ветерки, нахуй?
А ты поздно говоришь. Опять на Вайтфроза накастует. На мистере, мистере, мистере. Ветерки не заходите, на холи дринка кастует. Тут бить-то некуда. На мистере Лэнда кастует. Ого, она мне. Только вторую проебали, блядь, что она каст кастовала. Так а вот же видит, сказать, он ее бьет. Тогда... Ну, а? Вот же видит, он бьет. Блять, ну, вас, блядь, 9 человек, ну кто-нибудь скажите, блядь, я слежу за кастами, я проебал просто второй каст, блядь. Ну неужели, блядь, ну, нету человека, который будет просто следить за ебучим большим кастом? Называется нестабильная магия. Но я первый раз на этом боссе, у меня еще нету здесь наигранного столько времени, чтобы я, блядь, все, сука, видел, блядь. Что-то ты говоришь, по этой я то смотрю длинный каст. Кастует, в вихре кастует баба на метле, короче. А баба, которая стоит просто в сарафане, она кастует вот этот конченый большой каст. Большой каст называется нестабильная как-то несравненная магия. Вот, несравненную магию она кастует, и эта несравненная магия, она шотает. И когда вот эта несравненная магия, нужно забежать именно в вихрь, подкинуться, то есть в середине каста подкинуться. Вкинуться, Войт, вставай ты, блядь, за шторкой. Подкинуться. Войт нас наебал, он сказал, на танка не кастует, а на танка тоже. Да я кастует. Думал, не кастует, блядь, но... Мы доказали, что он не прав. Ну тыкайте, тыкайте. ДК, ты чё, блядь, полежать, что ли, пришел? Давай, вставай, давай. Да я встал уже, блядь. Короче, я попробую запомнить цель нажать. Вы когда запомнить цель нажимаете, вам видно, типа, ну, в кого она кастует? Да, там видно, блядь, но... Я не знаю, какой там... мне, блядь, будет. Надо видеть в натуре, типа, мне просто надо эту танчить дуру, нахуй, чтобы на ней агро добивать. Ну я постараюсь, блядь, не обосраться сейчас, ну, блядь, иду. Просто кто-то... Там разницы нет, просто кто-то бейте, блядь, условно. Запускаем, ну, лучше бить, конечно, бабу на метле. Пацаны, садитесь есть быстрее. Потому что таймер показывает неправильно. Давай рыбу поймем. Какой таймер? Биг Дэм, ты сел? Ну, мне на ДБМ таймер показывает неправильно. Надеюсь, сел. Да... Тут это, главное вихри все эти вынести. Сейчас я запомню цель, нажму на эльфиру, блядь. Там еще какие-то будут призываться прислужники потом, в конце. Крылатый помощник какой-то будет прилетать. И бросать мусор в противника, нанося ему 7000 урона от магии природы. Закидали мусором. Почему вайпнули, с нас мусором закидали? Печать под текущей целью эльфиры. Через 3 секунды печать зарядится и активируется. Любой противник, вставший в печать, взорвет ее, вызовет ее детонацию. Печать, она просто там так. Печать кидает. Фиолетовая, вы ее не да, видели, это не что это... ли? Я думал, это от воронки появляется. Блять, все, весь босс, по сути дела, тут так-то сложно. Где эта курва? Сейчас летит, блядь. А где эльфира, блядь? А. Вот она. Вот она, да? Вот это надо запомнить. А вот эту пиздить. Она через каст, короче, кастует. Сначала какую-то. Так, хуйню, а мне потом... куда? Мне куда выносить-то, блядь? Буду в треугольник выносить туда. Да, не будет, главное, чтобы мне это. Да. Вот, на синтека кастует. На некромантику кастует. На синтека опять. Только не активируй. На синтека опять. На Биг Дэм. Блять, на меня нахуй, пока, блять, смотрел. Вот, сейчас будет, да, сейчас надо следить. Короче, когда она начнет эту хуйню кастовать. Главное, не заходите в эту хуйню. На этого, на Геншина. На меня было.
Каст. Каст, ага, вот сейчас надо взлетать. Я взлетел. О, заебись, блядь, давай дальше. Давай, злобного реса, злобный мистери. Опа. Мистери, реси, мистери. Меня не берет. Так, там вайда. На топу кастует. Трэш какой-то прошел. Ой, я взлетел. Ага, трэш надо ебашить. Так, на злобного друида. Каст. Заходите, заходите. Успел, блядь. Блядь, два ветерка зашел, и оба меня не покинули. Блядь. Ну я... Плохо. Ну трэш надо тоже убивать, а то он бегает, пиздит людей. Да хуя делов, короче, да? Ну да, тут еще надо когда заходить, чтобы, блядь, люди, ну, вдруг в один ветерок вдвоем зашли. Да, я там пледринка подъебал, блядь. Ну вся сложность вот именно в выносе этих ветерков, типа, их раскидывать равномерно, чтобы у каждого было. Ну а трэш, да, еще трэш напуливать, блядь. Ебать, я перестал, ну, я арену не играю, блядь, сколько уже, типа, и мне, ну, как-то, и тут сейчас, блядь, мне нахуй надо... Я ебал такие, блядь. Таких боссов, где мне надо следить, блядь, за таргетом, таргетом таргета и за таргетом таргета фокуса, блядь. Ну, это пиздец какой-то, да. Минус сова. Мравист есть в сети? Вот Ромаша был. Вот, да, вот, блядь. Да, он в РБК. Ну, пусть лает. Сейчас напиши Мравист, что он говорил, если что зовите. Блин, а у меня и ножа ничего нету, чтоб преснуть. В самолете? А я тут один, я не знаю, почему я выжил. Ну, тут долго-недолго, но, блин, знаешь, что. Тут... Все первый раз вот пробуют тудым-сюдым. Ну понятно, что. Да нет, ну просто все, тупо долго сидим. Босс, все, типа, это вот, блядь, у босса две, три способности, блядь. Там еще трэш, но трэш, я так думаю, не так. Никто же сейчас от трэша не умер. Не, трэш сейчас никто не умер, у всех он взрывал эту хуйню. Так, вы туда пришли сейчас? Ну, опа, техники, там я пару минут быстренько. Не, ну трэш надо убивать, он больно кидается. Он по 7 тысяч с одной тычки кидается. Мусором.